Что ж, пока ты был в тюрьме, он, возможно, не твой. Прости, пожалуйста. Это жесть какая-то, ребят. Я хочу развода. Мистер уборщик! Тын-дыры-дын-дын-дын-дын-дын! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Kindergarten. Аллилуйя! Наконец-то! Вторая серия. Мы с тобой не забрасываем. Подержи! Просто вот максимально, друзья, поддержите жирненькими царскими лайкосиками. Давайте наберем 1500, это будет прям лучшим подарком. В общем, друзья, какие планы на сегодня? Сегодня мы найдем девушку, да, ребята? В общем, первая концовка, которую мне написали, надо именно Синди замутить, посмотреть, что да как. Мне, правда, написали, что это не очень концовка, но именно с нее надо начинать. Там просто есть такая какая-то концовка, которая вообще может все заруинить, поэтому лучше как бы буду к вам прислушиваться, ребят. Спасибо огромное за комментарии. И нам нужно взять 3,5, по-моему, доллара. Давай, берем. Я уже подозреваю, для чего, чтобы, знаешь, вкусняхи ей там покупать и т.д. и т.п. Все, берем. Так, взяли мы с тобой. Ну что же, приятного тебе аппетита, бери покушать, ля, кровать, как из Майнкрафта, реально, там в комментариях писали. Все, готов ли я к новому дню в Kindergarten? Готов, братишка. Да, кстати, друзья, сохранение, если что, сбросилось, вот. Я чувствую запах где... Серьезно? Видимо, у кого-то с собой больше 3 доллара. Эй, пацан, деньги есть? А если найду? Ни хрена себе гопота у нас тут. Даже в детском садике, офигеть. Да, нет, а что если мы скажем нет? Не ври мне, я чую деньги за версту. Отдай мне половину, а не то. Ни за что. Слушай, пацан, мне некогда спорить с тобой. Просто дай мне их, или ты труп. Слушай, это походу повторяется. Это как с уборщиком типа, или чё? Ну, типа, ладно. Блин, сейчас прикинь, все за руиню. Мне там просто написали, ты, типа, сам все поймешь. Вот, бери деньги и постоянно подкатывай к Синди. И выполняй ее поручение. Блин, сейчас прикинь, что-нибудь за руиню. Ну, давай, ладно, держи. Хороший мальчик, и не смей рассказывать об этом учительнице, иначе пропадешь, как твой пацан Билли. Ладно. Новая подсказка. Погоди, подсказки. И он... Че, так много подсказок? Миссию Монти. Начните день с ограбления Бакса и... Наябедничайте, учительница! Ля крыса, а какая! Вам нужно... Так, понятно. Я уже понимаю, вам нужен особый предмет от Синди, прежде чем вы сможете начать миссию Нагита. А я вообще, ребята, хотел, кстати... Я не знаю, почему я хотел, в общем, с Нагит... Ну, концовку с Нагитом. Блин, а мы, оказывается, то есть мы можем сначала Синди пройти, а потом Нагита. Блин, или как там по порядку, ребят? Бакс возьмет половину ваших денег, если вы принесете с собой больше 3 доллара. Так, чтобы завершить миссию Джерома, Синди или учительницы. Ага, то есть мы можем... В принципе, вот, друзья, первые 3 концовки, я так понимаю. Это страница подсказок. Так, вам нужно избавиться от Бакса утром на площадке. Возьмите с собой. Так. Миссию Бакса. Особый предмет от учительницы. Так, короче, смотри. В общем, ну давай, сейчас подходим тогда. Подходим. Привет, милаха. Я Синди. Хочешь быть моим парнем? И вот сейчас мы начинаем, ребятки. Конечно. Как я и думала, мы станем самой милой парочкой в школе. Но сначала тебе нужно будет сделать кое-что для меня. А что же? Видишь ту девочку? Это Лили. Она самая страшная и противная девочка из всех, что ты когда-либо встретишь. Я хочу, чтобы ты взял эту жвачку и прилепил ее к волосам Лили. Понял, да. О, да, это будет так классно. Наконец она получит то, чего заслуживает. Так же, как и ее брат, который меня обижал. Встреться со мной в утреннее время, когда сделаешь это. Так, в принципе, я даже не знаю, стоит ли спрашивать, окей? Так. Погоди, стоп. Погоди, а зачем мы вообще... Вот это-то... Не понял.
Избавиться от Бакса утром на площадке. Возьмите с собой детсад. Больше. Избавиться? А как это? Стоп, а как это избавиться? Как я от него могу избавиться? Только наябедничать. Че тебе надо? Деньги я тебе не верну. Проваливай, пока я тебя не побил. Мое избиение не заставит твоего отца вернуться. Мой отец вернется! Он просто ушел за сигаретами и все. Проваливай, пока я не избил тебя так, что будет... Он никогда не будет гордиться тобой. О, еще как будет, если ты не отвалишь сейчас, то я тебя убью! Смерть это не так уж плохо. Погоди, на самом деле я хочу жить. Погоди, стоп, стоп, блин! Что-то не то. А если мы наябедничаем, что будет? Нам надо избавиться, вот что самое важное. Я мисс Эпплгейт, меня приняли на работу из-за моего большого опыта, работа учителем. Бакс украл у меня деньги. Что он сделал? Интересно, я хочу предложить тебе сделку. Бакс та еще зараза. Но он жесток и опасен для окружающих. Разозли его, и когда он начнет тебя бить, позови меня. Так, я надеюсь, я правильно это делаю. Я вот подсказки мне как бы подсказывают. А что я с этого получу? Я дам тебе золотую звезду. Все любят золотые звезды, не так ли? Ни за что. Так, окей. Ну нам, короче, надо избавиться. Как я обожаю... Осуждаю! Так. Смотри, какая ля. Так, ну давай попробуем сейчас, как мы... Готов к смерти! Конечно. Мне больше нечего здесь делать. Хорошо, ты сам напросился! Позвать! Бакс! Ты что, снова бьешь одноклассника безо всякой причины? Все, это последняя капля. Я отправлю тебя к директору, чтобы он наконец смог тебя исключить. Нет, пожалуйста, не надо! Это он начал, он лжец. Он сказал, что мой отец никогда не вернется. Что ж, он прав. И после этого инцидента ты тоже не вернешься. А сейчас иди в кабинет директора, иначе тебя оттуда проведет уборщик. Ох, если уборщик доведет, он не доведет, так сказать. Но... Мне как-то даже жаль Бакса. Живо! Тупая крыса. А ведь мы могли подружиться, если бы ты меня не сдал. Ох, какое счастье. Наконец-то избавился от этого дегенерата. Вот тебе золотая звезда. Спасибо. Я вот задумалась. Джером думает, что ему позволено много, раз уж сын директора. Да блин, да ты офиги... Типа, она сейчас нам предлагает крысить. По-жесткому крысить. Типа, а почему бы и нет? Нет, спасибо. Ох, это возмутительно, но я могу тебя понять. Наслаждайся остатком дня, хорошо. И так. Подсказки. Подсказки, дружище. Вам нужно избавиться от Макса утром на площадке. Возьмите за меня. Вроде все отлично. Так, и тут написано. Расскажите о грабеже Бакса, но не соглашайтесь на бой. То есть можно как-то, видимо, еще... Слушайте, блин, интересная игра-то, а? Так, ну-ка скажем ей что-нибудь. Это будет здорово. Так, да уж. Ладно, ну вроде бы мы тут закончили. Даже 2 доллара у нас. Ребят, прошу прощения, баксы вы, конечно же, не видите. Я вот они, 2 доллара. У нас. Заходите, заходим. Вот в чем прикол, друзья! Вот оно что! Я только сейчас до меня дошло! Бакс и Синди, они же вместе сидели, в этом прикол! А сейчас мы типа друга должны найти, вот она, Синди. Все, я понял, друзья! Доброе утро, дети. Время найти себе друзей на утро или быть грустными, отчаянными, одинокими, как хотите. Так, ну тут мы уже понимаем. Так, па-па-па-па-пам. Ну, чего ты ждешь? Прилепи жвачку к ее волосам. Все, хорошо. О, на самом деле я больше не занимаюсь этими вещами с друзьями на утро. Мой брат Билли обычно был... Так, прилепить жвачку к волосам Лили. Ты что, О, да, ты это сделал, ты прилепил жвачку к моим волосам. Это так грубо. Синди сказала тебе это сделать, да? Что ж, мне плевать, оставь меня в покое. Блин, она плачет, ребят, ну это жестко. Ну.
Я это сделал, божечки, ты действительно это сделал. Вау, что произошло? Что она сказала? Она заплакала? Уверена, она заплакала. Она заплакала. Да, я так рада, тогда ты можешь провести со мной утро, что делает тебя моим парнем. Как моему парню тебе дается честь играть со мной в домик. Блин! Ну ты еще та, конечно. Да ну нафиг ее, если честно, ребят, держитесь от таких подальше. Принцесса, о какая. Но прежде чем ты... Чем мы начнем, помойся. Я не дам своему парню замарать кровью мою одежду. Иди в туалет и умойся. Окей, задание выполнено. Ля, пойдем. Ну, в принципе, тут нас отпустят. Тут нас отпустят, хотя... Нет. Ты не можешь просто покинуть класс без пропуска. Можно мне воспользоваться туалетом? Ну, не знаю, волшебное слово. Можно ли мне пожаловаться... Пожаловаться директору на тебя, ты... Конечно, раз ты правильно попросил, вот тебе пропуск. Возвращайся скорее. Давай, давай. Здорово. Этот, конечно. Не так быстро, малой. Мне нужно увидеть твой пропуск, прежде чем дать тебе пройти. Вот мой пропуск. Окей, я дам тебе пройти, но ты не сможешь уйти дальше туалета. Справедливо. Блин. Ладно, погнали. Может, с ним можно как-то договориться? Так, нам надо просто умыться, да и все. Это раковина. Так, смыть кровь. Задание выполнено. По факту все, поиграйте в домике Синди, все. Идем. О, ты вернулся. Я возьму этот пропуск обратно. Продолжай заниматься своими делами. Ладно. Как она ходит. Такая виляет прям. Так, ладно, ну шо? С возвращением, муж. Надеюсь, работа не была тяжелой, потому что сегодня ты готовишь ужин. Да ты чё, офигела, что ли? Почему я должен готовить ужин? Кажется, я оставил что-то в машине. Мы можем слинять. Блин, я не знаю, ребят, как идти. Блин. Может, ну погоди, мне сказали то, что надо как бы типа угождать, ну. Найс, просто. Гайс, у меня все найс. Шикарно просто, бегите, друзья. Да, дорогая. А после этого тебе нужно будет... Ты что, опять пил? Что происходит в этой жизни? Нет, дорогая, я просто устал. Да, точно. Ты же всегда так устаешь. Что ж тогда ты не будешь прочь дыхнуть в это? Это... алкотестер? Именно он. И если ты дыхнешь до отметки в 001, я позвоню твоему... спонсору? Я говорю тебе, так, ну, я готов к тесту. Отлично. 0.32, ты же сейчас в хлам. Как же ты мог поступить со мной? Ты же сказал, что завязал. Как ты сможешь стать отцом, если не способен контролировать даже себя? Стать отцом? Я... Что ж, пока ты был в тюрьме, он, возможно, не твой. Прости, пожалуйста. Это жесть какая-то, ребят. Я хочу развода. Ты изменяла мне? Ну, это жесть, друзья. Придется немного потерпеть. Господи, ты посмотри на него. Господи, мне так его жалко, друзья. Курсор, кстати, вы теперь видите, ребят. Ну, ничего страшного. Мы сможем через это пройти, любимая, дорогая, конечно. Это правда так думаешь? Конечно, нет, ты чокнутая. Осуждаю. Вау, несмотря на алкоголизм, ты действительно хороший человек, так что мне делать с малышом? Оставь его. Как я рада, что ты это сказал, спасибо тебе. Вау, это была самая веселая игра в домике в моей жизни, ты неплохо сыграл свою роль. Парень, давай пообедаем вместе. Прекрасно, тогда увидимся. Ладно, дети, все слышали звонок. Давайте пойдем в столовую за нашим питательным обедом. Слышал, сегодня нас будут кормить кашей. Как же это здорово! Каша, вкусная каша. Ля, повариха! Баба Зина уже старается прям.
каркает, плюется просто в эту кашицу. О, шикарно. Ладно, так, у нас, кстати, появился алкотестер. Так, а что, кстати? Что, как? Пожалуйста, не садись ко мне, я не хочу ни с кем разговаривать. Так, окей. Ну, как бы я уже, видимо, все равно на жвачку, но окей. Привет, парень, я заняла тебе место. Иди возьми себе что-нибудь поесть и возвращайся ко мне. Давай. Бобзин, чё сегодня? Ну как ты, сынок, хочешь немножечко вкусной питательной каши на обед? Бобзин, да наваливайте целую горстку, конечно. Держи, малыш, и не стесняйся приходить с добавкой, у меня еще много каши. Ля, бабусь, спасибо. Так, ну чё? Привет, парень, я заняла тебе не... Возьми, возвращайся. У меня есть каша, съесть кашу. Ой, мама, точно, нормально, брат? Все будет хорошо? Ой. Здорово, я как раз... Черт, моя тупая мама дала мне с собой что-то не веганское. Она же знает, я вегетарианка, боже. Какая же это женщина? Господи, я все, слушай, ну это Жей, ну это просто, Синди, ты... Сладенький, будь паинькой, принеси мне, пожалуйста, что-нибудь веганское. Победуйте, Синди. Да, знаешь, что-то типа... Ну, на самом деле, я не знаю, что это значит, но это точно что-то хорошее. Так что поспрашивай у людей вокруг, могут ли они дать тебе что-нибудь веганское. И каша... Не. Веганское написано. А, ну, конечно же, печенье. Или наггет. Наггет, дай свой наггет. Никто не сидит с бедным наггетом. У наггета нет друзей. Так, дружище, у тебя есть что-нибудь похавать? Ты пришел туда, куда надо. Каша отвратительная, а печенье уборщика навряд ли кто-то... Так, погоди, я хочу что-нибудь купить. Вот, что есть на продажу? Глупый Мил из салата. Во, салат есть, ребят. Хочешь убрать немного жира из своего рациона? Да, я бы тоже не хотел выглядеть как Бакс. Это полностью здоровый вегетарианский набор. Так, продам за 0,75. Беру. Приятнее иметь с тобой дело. Мне больше ничего не нужно. Что ты мне принес? Салат. Салат? Я сейчас подумала, пожалуй, веганский. Ужас, зачем я так поступаю с собой? Ты так мне сегодня помог, пожалуй. Ты самый натренированный парень из всех, что я встречала. Ты мне понадобишься во время перерыва. У меня есть идея, что за идея? Мне действительно нравится видеть жвачку в волосах Лили, но, может быть, мы сможем туда добавить еще что-то? Это же... Это жесть! Это просто жесть, ребят. Мы чисто над бедной просто издеваемся и типа... Это... Джером рассказывал мне, что у уборщика в кладовке есть немного разных вещей. Думаю, мы сможем найти там что-нибудь для Лили. Разве он ее не запирает? Не волнуйся об этом. Посмотри, что у меня есть. Ключ? Да, у девочек есть свои лазейки. Я собираюсь заплатить поварихе, чтобы она разрешила тебе выйти из столовой. Таким образом, ты сможешь пробраться в кладовку. А что насчет дежурного? Ай, этот глупыш. Он будет курить в туалете, просто не заходи туда, и все будет хорошо. Обед подходит к концу, так что ты там прислушивайся. Уборщик вернется в кладовку сразу после звонка. Так что уходи оттуда как можно раньше. Так, давай сделаем это. Вот так, проникните в кладовку. Можешь идти, поторопись. Окей. Так, стоп, а что мне надо сделать? А где кладовка? Это дверь в кабинет директора. Блин, а где кладовка? Погоди, это кладовка. Да, открыть. Что мне нужно сделать? Что мне надо? Украденное. Это ведро, в которое стекается кровь с этой штуки на столе. Было бы очень жестко. Беги. Ох, каша заставила тебя побегать. Прости, надеюсь, все прошло. Все, остальные уже на перерыве, беги туда. Жесть, конечно. Так, ну, это жесть, ребят. Я надеюсь, я все правильно. Ну, если что, мы переиграем как бы. Вот. Так, ну, наверное, заберем хоть одну карточку, да? На земле лежит карточка. Ой, оставить. Я боюсь, что яблок не хватит. Лучше пока не трогаем. Ребята. Ну, что ты нашел? Это ведро с кровью. ОМГ, это идеально.
Она так отвратительна. Чья это кровь? Неважно. Ребята, я чисто уборщик, и я там увидел чисто мешочек такой с трупом, но я даже не среагировал, потому что я понимал, что он за мной придет, и я окажусь еще в мешочечке этом. Я, ребят, даже не смог, блин, как-то это все среагировать. Жесть. Я тоже. Блин, я уже тоже так начал говорить. Я тоже вот так вот. Господи. Поднимись наверх, я позову сюда Лили. Так, пойду занимать свою позицию. Боже, это... Эй, Лили, подойди сюда, я хочу тебе кое-что показать. Почему ты меня не можешь просто отстать от меня, Синди? Мне так надоели твои издевательства. Я не собираюсь тебя обижать, мы, может быть, друзьями, просто подойди сюда. Хорошо, что ты мне хотела показать? Охренеть. Жесть. Что ты? Твой, ты и твой ужасный бойфренд снова меня унизили. Как же мне это достало? Ой, да ладно тебе. Кажется, мне кажется, ты стала выглядеть даже лучше. Какая же ты противная. Я больше не могу это выносить. Прощай, жестокий. Осуждаю, ребята. Вау. А эта дыра глубже, чем я думал. Как ты думаешь, она мертва? Хотя, знаешь, забудь, мне все равно, спускайся оттуда. Жесть, ребята. Буллинг, конечно, это вообще жестоко. Ребят, ну не делайте так, реально, не издевайтесь. Это жесть. Я теперь понимаю, почему это реально хреновая концовка. Это просто жесть какая-то. Это было так великолепно, ты сегодня меня так осчастливил. Возьми этот цветок, он такой же красивый, как и я. Таким образом, у тебя с собой будет всегда часть меня. Ты покажешь лучшую вещь, но покажи и расскажи. Боже, как я щедра. Это жесть. Хорошо, что мы проехали эту... Так, главное показать. О боже, кто-нибудь видел Лили? Я не могу ее найти. Нагид знает, куда подевалась Лили. Нагид знает. Заткнись, Нагид. Ничего ты не знаешь. Нагид, честное слово, если Лили упала в дырку, которую ты выкопал, я тебя туда толкну вслед за ней. Нагид не даст учительнице удовлетворения. Учительница ни за что не возьмет Нагида живым. Охренеть! Да какого ж фига-то, блин? Вау, эта дыра глубже, чем я думал. Я даже не могу разглядеть дно. Нужно будет попросить уборщика взять лестницу и достать их оттуда. Мистер Уборщик! Я сразу... Мистер Пропер, все. Иду. Отмыл в дырку он... Мисс Сиська Тряс? Реально ее так зовут? Вообще-то это моя фамилия... А, моя фамилия Эпплгейт. Тут два ученика упали в эту дыру. Вы хотите, чтобы я их... Остальных сбросил туда? Нет, я хочу, чтобы вы достали тех двоих, что находится в этой дыре. Из-за этой дыры можете это сделать? Оу! Что ж, это будет не так весело, но я думаю, смогу с этим справиться. Однако потребуется некоторое время. Лучше бы вы завели малых, чтобы я не чувствовал себя неловко. Хорошо, ладно. Дети, придется сократить перерыв. Заходите внутрь, и мы начнем. Покажи и расскажи. Боже, а что он может сделать с ними? Я не знаю, но я думаю, там они уже... Надеюсь, все хорошо провели перерыв. Давайте подготовиться. Что ты принес? Так, я могу, кстати, любой вообще предмет. Так, вот цветок. Вот он. Цветок весьма скучно. Что ты вообще о нем можешь рассказать? Это не скучно. Я дала ему этот цветок, потому что он мой парень. Поверь мне, это скучно. Мы просто тебя пропустим. Как бы то ни было, то следующий. Наверняка у вас найдется что-то поинтересней. Ладно, дети, это было очень интересно. Покажи и расскажи. А вот и звонок. Надеюсь, все хорошо провели день. Увидимся завтра. Все, у нас, ребята, концовка. А вот. Было так мило с твоей стороны показать всем цветочек. Ты правда лучший парень на свете. Можешь держать его при себе везде и всегда. Встретимся завтра, парень. До встречи. День завершен. Разблокированный предмет и цветок Синди. Блин. Получается, друзья, смотрите, в чем прикол. Как бы, когда начинаешь день... Понедельник. У нас всегда понедельник. И прикол заключается в том... Новое.
Это цветок, который Синди дала мне за то, что я был хорошим парнем весь день. Возможно, я бы мог показать ему кое-кому, кто нуждается в любви, оставить его. Нуждается в любви. Такое чувство, что как будто мы можем кому-то другому цветок... А, кстати, да, наверное, слушай. Короче, друзья, блин, это так круто на самом деле. Так, но по факту мы, наверное... Сейчас. Возьмите с собой доллар, когда вы играете в домик. Это небезопасно постоянно соглашаться с ней. Небезопасно? Синди не знает, что значит вегетарианство. Вы можете дать ей печенье. А, вот что, кстати. Покажите цветок во время покажи, пока Бакса там нет, и Синди разрешит вам оставить его. То есть, если бы Бакс был... Слушай, нифига, блин. Интересно, понимаешь? Интересно было бы посмотреть, что если... А слушай, а давай попробуем сейчас пройти чисто, если Бакс будет. Что будет, если... Блин, а мы деньги... Ну, я, в принципе, быстро их заработаю. Ребят, тут же просто пропускаешь, да и все. $3, да, берем? Берем 3 бакса. Я чисто хочу посмотреть, что будет, если мы с тобой... А, стой. А давай, быстренько, бро, пройдем, попробуем. А ты чуть будешь? А, отвали, я занят. Типа нужно больше. Вот почему 3,5. А, перезапуск дня, перезапуск комнаты, да? А, нет, стой. Да. Вот как нам нужно поступить. Так. Ну-ка, там микрофон... Я проверяю, если что, друзья, микрофон. У меня бывает, что-то лагает голос, я так проверяю. Там, в ОБС. Так, смотри. В общем, мы с тобой берем 3... Я не знаю. А вот так вот. Сойдет? Да. Опа. Я чувствую... Так, сразу, в общем, отдаем, да. Ладно, держи. Ладно. Так. Да, в принципе, мы могли, кстати, не брать, на самом деле. Так, конечно. Что же? Да. Окей. И по факту все. Мы с тобой бам-бам-бам. Зайти. То есть мы даже заработаем, на самом деле. Задание право... Найти друга. Попробуем сейчас вот так вот сделать. Окей. Но мы попробуем, друзья. Прилепить жвачку. Уйти. Так. Ты это сделал? Она заплакала. Скоро буду. По факту все нормально. То есть я думал, на самом деле, что Бакс именно... А, мы можем даже уже и не идти отмывать кровь. Вот. Да, дорогая. Так, не соглашаемся, что... Питалка-тестер. Я готов к тесту. Стать отцом. Это жесть, конечно. Так. Так, хорошо. Теперь пообедайте, Синди. Пойти на обед. Слушай, а тут можно вообще реально быстро все заспидранить-то по факту. Вот когда толком даже не читаешь. Так, сейчас мы берем с собой что-то по... А что, если я сразу вот так вот? Хочу кое-что купить. Салат. Беру. Мне больше ничего не нужно. То есть мы чисто как бы это... У меня есть салат, здорово. Так. А я думал, салат тебе... Да блин, мне что, еще нужен салат? Блин. Ну ладно, давай попробуем печенье. Пока горячее. Что за печенье? Почем они? Хорошо, я возьму. Так, деньги есть. И он говорит, а сейчас иди дай Синти. Что ты мне принес? Эту штуку. Она веганская, ты уверен? Да. Ладно, я тебе верю, чавк-чавк. Но довольно вкусная. Почему-то оно мне кого-то напоминает.
о моей собаке, не могу объяснить. Большое спасибо, что принес, без проблем. Ты так мне сегодня помог. Что за идея? Мне действительно нравится видеть. Так, вот. Что насчет дежурного? Окей. Давай сделаем это. То есть чисто получается, Бакс, он не даст нам оставить цветок. Но я просто хочу посмотреть, ребят. Хочу посмотреть, как, что да как произойдет. Поэтому, ребят, давайте. А что за бред? Да как? А почему я не успел? Что, какого черта ты делаешь в кладовке? Простите. Простите? Мне правда жаль, мне тоже. Ну, не совсем. Почему? Да блин, что за фигня? А как? А, рестарт зоны. Ладно, хорошо. Так. Блин. То есть надо чисто... Погоди, то есть... Ох, спасибо. Так. А как так вышло время? Я, если честно, не понял. Мы при том, знаешь, как будто спидраним, наоборот. Это вот из-за печенья этого. Так, салат. Что за идея? Так не говори, что он сразу сейчас... Окей. Я, видимо, с уборщиком так долго болтал. У него там пистолет, офигеть! Просто офигеть! Жесть просто какая-то. Так, хорошо. Во, теперь мы сделали, да? Пробуем, друзья. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну что ты нашел? Так. Тоже. Пойду. Пам-пам. Пам-пам-пам. Так, подойди. Та-та-та-та-та. А мы могли облить, кстати! Мы же могли Синди облить теперь! Офигеть! А я думаю, знаешь, это типа концовка получается вот так. Так, ладно. Сейчас мы посмотрим, ребят. Учительница, быстренько. Взять цветок Синди. Нагит все знает. Раз и Нагит уже ничего не знает вообще. И никогда ничего не узнает, блин. Уборщик! Тун-дур-дун! Блин, реально. Так, давай, покажи, расскажи. Мне вот интересно, вот реакция Бакса, что там будет. Так, выберите предмет. Цветок? Что ты можешь... Это не скучно. Нет, это очень сопливо. Надеру-ка я ему зад за то, что он такой сопляк. Не смей, Бакс, никому нельзя надирать зад моего парня, кроме меня. Посмотрим. Мисс... Остановить его. Я бы так и сделал, но как же я, черт возьми... Осуждаю. Охренеть. Нормально. Он просто вот так вот сделал и все. Прикинь. Ладно, друзья, на этом все. Надеюсь, вам зашла серия. Мы будем обязательно продолжать. Ребят, не забудьте лайкосик. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.